вишня. Проверять лед будем. Может, тут и не зайдем. Так, ну тут, конечно. Не, вон там от деревяшки. Вон где. Вот. Да и тут нормально. Нормально. Привет, друзья! Сегодня очередная рыбалка. Сегодня 28 февраля. Завтра конец зимы. Мы решили закрыть сезон зимней рыбалки со льда. Лед еще хороший, крепкий. Но днем яркое солнце, понад берегом уже вода. Там тоже вот уже вода. Заход на лед более-менее еще. Там вот. А здесь на солнечной стороне уже не зайдешь. Ну, короче, мы решили, сегодня у нас будет завершающий этап рыбалки со льда. Давайте посмотрим, что получится. Будет ли нам сопутствовать сегодня успех или нет. Ну, сначала подкормим. У меня тут немножко макухи было. Добавил еще сухари и манку. И вот такой сухой смесью будем кормить. Так, несколько лунок закормим. Чуть не упал. Так, мотылька. Сейчас попробуем. Так. Так. Ну что, опускаем первую удочку. Раз, пошла. О. Прошлый раз сразу начала клевать. Привет.
гниет уже сразу? Нет. А сегодня. Да, что-то дюбает мелочевка. Ну, совсем маленькая. Что-то совсем неправильное. Так, такая нам не надо. Совсем детский сад. Вот это уже не детский сад. О, идет хорошая. Хорошая идет. Хорошая идет. О, вот это вот то, что надо. Вот это то, что надо. Такая пойдет. Начало есть. Начало есть. Поклевочка. Ну, это не очень крупное. Ну что, клюет? Так. Активный сегодня клюв. Мелкая, крупная первая попалась. Мелочь в основном. Ну, еще крупная подойдет. Сейчас пока мелочука. Люблю я ловить плотву. Интересно. Спортивно. То есть это не промысел, а именно вот интерес такой. Вот яичко. Еще не опустил. Верхоплавка уже схватила, зараза. Да, это мелюза. Опять.
Какого такая? Одно удовольствие. О, взялась. Не мелочевка, что хорошая. Смотрите, какая плотвичка прям. Отличная. И такая. Выше ладошки. Немножко получше. Это уже интересней. Вот это тарань. Эх, красотуля какая. На солнышке блестит. Эх. Хороша. Мелочевка. Все равно пойдет. Так, ну будем, наверное, уже собираться. Я думаю, хватит. Половили немножко. Ветер усиливается. Вот такой итог. Немножко пол ведерка, штук 25. Штук 25. Ну что, друзья, завершили мы свою рыбалку. Было неплохо. В принципе, как всегда, на рыбалке хорошо, чудесная погода. Ветер только, правда. А так было все хорошо. Рыбка, плотвичка ловилась. Верхоплавка не давала. Надо ловить. Перебивала, все оббивала мотыля. Ну, в целом, рыбалка понравилась. Поймали немножко рыбки. Вполне достаточно. И это, наверное, была у нас крайняя рыбалка этого сезона со льда. Лед еще хоть хороший, прочный, но уже по берегам вода. Заход уже сложный. Поэтому не будем, наверное, рисковать и дождемся уже рыбалки по открытой воде. Спасибо еще раз всем за просмотр и до новых встреч. Всем пока.